Приветствую вас, друзья, из 6 матчей 1 марта ассоциация всего 5 моментов для топа выбрала, и эти моменты прямо сейчас вашему вниманию. На 5-м месте сегодня алиуп от Клея Томпсона и Эндрю Богута через голову Эла Хорфорда в противостоянии Golden State Warriors и Atlanta Hawks. На 4-й позиции сегодня невероятный Дерек Роуз из Chicago Bulls, который непостижимым совершенно образом в трафик между Хасаном Уайтсайдом, Джастином Уинслоуом и Лоулом Дэнгом проходит и энд-уан для своей команды зарабатывает. Быстро мы сегодня к призовой тройке добираемся, и на 3-й позиции у нас Лос-Анджелес Лейкерс против Бруклин Нетс и быстрое нападение в исполнении хозяев от Джордана Кларксона и Джулиуса Рэндла, у которых ни малейших проблем не возникло с тем, чтобы под чужим щитом с единственным обороняющимся Тадеусом Янгом разобраться, и Рэндл вколачивает сверху. Второе место и во второй раз в сегодняшнем топе мы в противостоянии Майами Хит и Чикаго Булл, где парочки Ди Уэйт и Хасан Уайтсайд впечатляющая люб через голову Пау Газоля удается. Ну а Джастин Холидей, пытавшийся Уайтсайду помешать лишь по загривку центровому, настучал, ну а 2 очков свою команду спасти не сумел. Ну а первое место, причем более чем заслуженно, сегодня занимает защитник Лос-Анджелес Лейкерс Марселиньо Уэртас и его восхитительная передача на Ларри Нэнса с не менее красивым данком последнего. Таким был игровой день 1 марта в NBA. С вами был Алекс Сидоров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и любите баскетбол, друзья. Всем пока.